И последнее. Гора на пятерку. Эксперты оценили трамплины в Нижнем Тагиле. Они подготовлены по высшему разряду. Будущим соревнованиям здесь не страшна любая погода. Помешать нам может только ветер. Даже если будет снег, то у нас есть специально обученные люди, есть снегодувки, которые развивают. То есть мы к этому готовы. Для этого у нас все нормально. Значит, на сегодня прогноз — северо-западный ветер. Он идет из-за горы, из-за леса. Спортсмены из 9 стран мира приедут в Нижний Тагил на континентальный кубок по прыжкам с трамплина. Конкуренцию российским летающим лыжникам составят традиционные лидеры этого вида спорта, представители Швейцарии, Норвегии, Германии и Австрии. С пятницы по воскресенье в Нижнем Тагиле будут проходить зрелищные соревнования. Для болельщиков, их окажется около 3000 человек, подготовят специальные автобусные маршруты на долгую. А в финальный день соревнований среди победителей будет разыгран кубок губернатора Свердловской области.